Дорогие зрители, с вами судья Майнкаст, Сеня и Дэв у микрофона. И снова две, мне кажется, неплохие команды, Ясь и ЕГЭ на карте Инферно. Это вторая карта в этом противостоянии. Дмитрий, я так понимаю, пока что микрофон выключил, да, Дима? Или отошел? Или одно, или второе. Микрофон, судя по всему. Но, видимо, я отошел в том числе. Ладно, ждем Дмитрия. Пока что смотрим игру. Атака подходит на центр. Три игрока на коврах. Начинается раскидка гранат и выход на двоих. И вот те двое на пленте, не факт, что справятся. Со всех сторон их окружают. Короткие ковры. Дэвид не делает 100% минус. Digital удалось при этом через смог как-то попасть. Макс приходит уже в спину, минус ультиматик. Падает, правда, от церка. И плен все-таки устанавливается. Ну и вне позиции сейчас игроки защиты. А у атаки, конечно, шансов поболее. И большие пески заняты, и плент двумя игроками. Поэтому тут надо хорошо подумать, все-таки армор и флешка. Но пытается тащить, Рокс заходит на плент, кинет сразу, ему выстреливает Бриз, который выходит через большие пески и тоже делает килл. Но это Инферно, это та карта, которую как раз-таки выбирали ЕГЭ как свою. Но если ЕГЭ такие собираются камбэкать вообще в этой команде и показывать какие-то результаты в первом полугодии 22 года, то это тот самый момент, когда нужно начинать, нужно выигрывать свой пик, нужно выигрывать потом третью карту, потом обыгрывать пейн, выходить на мажор, и будет, может быть, сказка какая-то в исполнении этой команды. Пока что верится с трудом, но все еще шансы есть. Пистолетку, благо, выиграли. А теперь надо, правда, справиться с антифорсом. ЕГЭ в атаке попытаются сломать здесь дефенс на NZ, который в основном сосредоточен на аплинте. Лишь один Макс на Б, у него есть смачок, может быть, еще какие-то гранаты, которые тиммейты оставили рядом. А ЕГЭ пока что непонятно, куда идут. Разыгрывают медленный дефолт. Два на банане, два в коврах, один контролит мидл. Ну, если бы на А пошли игроки атаки, то наткнулись бы на засаду МПХи диглы. А вот все-таки на Б там всего лишь один Макс, который слышит какую-то гранату, понимает, что на банане есть оппонент, и на 55-й потратил смог в ответ. Ну, кстати, этот смог напугал атаку. Они отошли назад на метро, отошли назад на центр. И как раз-таки пойдут на точку А, где сидит 4 человека. И вот вопрос, опять же, к ЕГЭ. А не мог ли Раш с Узишкой, например, да, пойти на базу Б и как-то все-таки прочекать, проверить. Начинается накидка гранат в направлении базы А, коктейли, смоки. Раш по итогу падает от Дэвида. Диджиталов больших не проверяют, но как-то не очень отыгрывают три оставшихся игрока на точке А, кроме Диджитала, который еще и попал по Стюи, но церкви Стюи в ситуации 2 в 1. Макс подошел под библиотеку и попробует сыграть со своим дезертом. На нюке не слишком много было хайлайтов от этого игрока, но сейчас, может быть, у него получится взять этот клатч. Нужны жесткие хедшоты, моментальные, но нет. Все-таки он ожидал кого-то в больших, а два игрока ЕГЭ стали в пленте. Слушай, хорошая возможность была цепляться за форс. Действительно, на четверых на заходили ЕГЭ, причем у одного из них еще и был смог. Явно не лучшая подготовка была перед этим заходом у атаки, не особо они заскаутили пленты, не особо вы, получается, не особо заставили соперников тратить гранаты, потому что Макс кинул смок на Б, и у него был еще один смок, то есть там 4 смока у него было, насколько я понимаю, там повыкидывали ему тиммейты, а единственный смок, который был на А, ЕГЭ, они так и как бы не заставили потратить, то есть заходили не самую удачную для себя ситуацию, но все равно справились, нам не показали, что там произошло у игроков в пленте, как они не сделали киллы. Но, в общем, была возможность у NZ брать форс, не получилось. Теперь на эко есть килл по Стюве, но, конечно, сразу после этого ЕГЭ должны заходить на апленд.
Ну, вроде как пойдут. Да, один короткий, один там на зелени пытался что-то сделать. По итогу видели смок, ушли на короткий и пробуют прорвать базу А. Но с планета игрок все-таки отошел, объединился там с ребятами под библиотекой, но выбить, опять же, имея девайсы, которые у них сейчас, будет еще круто. Краш замечает на центре одного-второго, словил Дэвида, тематик при этом из-под козырька их сейчас принимает, на клумбе сверху сидел, и по итогу DGT последний против четверых, но он с АК-47 сейвит в церкви, и это уверенный 3-0 для ЕГЭ. Мор есть также у DGT, так что, конечно, весьма логично, что ему оставили сейвить этот калаш, и действительно неплохой старт от ЕГЭ. Надо будет им, конечно, показывать хорошую игру и в атаке. И теперь главный вопрос, как NZ будут играть дефенс на Inferno, насколько агрессивно они будут играть, насколько будут много мешать своим соперникам. Потому что мне кажется, если NZ сядут пассивно играть, то ЕГЭ вполне смогут забрать эту карту, показать неплохую атаку. Если же NZ смогут, наоборот, где-то агрессивно отпикивать, собирать инфу в мидраунде и играть такой динамичный дефенс, если у них есть такая опция, то в целом у ЕГЭ могут быть здесь проблемы. Их атака не настолько динамична, не настолько хорошо. Они прям чувствуют все, чтобы уметь играть против топового хорошего дефенса. Ну, посмотрим, пока что NZ начинает втроем на Б. И, судя по всему, собираются воевать за банан. Много коктейлей Молотова было сейчас на дуге. Стюи в итоге решил прожать ближнюю стеночку. Но как же уверенно отрабатывают ребята из NZ на дуге. Вот этого вчера явно не хватало порой команде пати Astronauts. И вот, собственно, в первом бай-раунде на NZ уже показали, что они знают, собственно, как нужно действовать на банане. В меньшинстве ЕГЭ, но, правда, проходит под библиотеку Ultimatic. Слышал только что, судя по всему, как раз-таки игрока в Библии. Там и на снайпер, но предупреждают все друг друга. Игрок на пленте как раз-таки смотрит за Ultimatic'ом. А Люкен в случае успеха, да, Ultimatic'а и последующего его прохода далее попробует выстрел в спину нанести. 50 секунд до конца. Потихонечку подходит Церк. Летит коктейль Молотова в курилку. Дэвид меняет свою позицию, но как раз-таки Ultimatic его отстреливает. На пленте Digital делает еще один килл, и Макс ставит точку. Первый раунд для команды 9Z. В целом неплохо пытались разыгрывать 3 в 5 ЕГЭ, когда Ultimatic занял позицию под библой, четко выкурили большие пески, пошмолик Тим собрал того игрока, но, конечно, мало гранат было у атаки, не могли они, не было ни одного смока, чтобы отрезать какую-то позицию и лучше доиграть раунд. Нанзи молодцы, на банане сделали киллы, потом еще и мидл агрессивно поиграли. Это в целом хороший знак. Ну а теперь второй бай-раунд у нас. У ЕГЭ, правда, не лучший бай. Есть два пистолета, один галил и два калаша. Направляются они под базу АС, судя по тому, что сейчас мы видим. Один лишь раш осторожно чекает банан. На NZ, кстати, играют там пассивнее в этот раз. Ну и готовы будут принимать ребра. Есть здесь стак на шарте. Начинается раскидка от ЕГЭ. Молик в флешке. DGT уходит вместе с Люкином. И лонг свободен для ЕГЭ. Мы видели несколько раз от них вчера разыгровки через Сити. И теперь вновь туда заходят. Бомба, кстати, остается под ребрами. Но Люкин четко ждает Ultimatic'а. Ожидает Сюви. Хорошая попытка ЕГЭ, но нет, так вы Нэнди не подловите. 3 в 5. Атака занимает дугу и попробует прорвать Макса. Он играет соло на точке Б с автоматом Калашникова, но к нему уже бежит Люкен. Люкен на хелпе. Оп. Люкен промахнулся, откидывает смок в лицо. Пробует пушить сейчас. Нет, кстати, отошли почему-то. 20 секунд. Передумали. Что, на А хотят успеть? Да не, решили сейвить. Так, и два калаша, да. Ну да. Прилетел смачок и подумали, что не стоит оно того. И решили уходить. Ну и гранат особо нет здесь в атаке. Я думаю, если бы были какие-то
Хотя бы флешечка другая, то попробовали бы ворвать в этот смок, а так... Так, нет. Ну, снова получился не особо подготовленный заход. Не было достаточно гранат, не выманивали смоки на Б. И после вот этих хилов от Люкина дальше шансов было мало у ЕГЭ. Ну что ж, неплохо пока что. Снова смотрится на Нанзи. В байраундах мы увидели агрессивную игру на банане. Сейчас мы увидели... Ну, не знаю, ничего особого мы не увидели, но мы увидели снайпера, который понимает, что если прилетел смок на сплит-б, то стоит уйти в библу и законтролить КТ. И увидели четкие киллы в его исполнении. А теперь Люкин снова делает килл по Терку, прикрывает своего тиммейта, играющего агрессивно в мидле. Макс нагло играет по банану. Ну, видимо, ННЗ собирается душить своего соперника. Кстати, Макс здесь находится один. Я что-то даже не поверил, что в такой позиции он будет играть так нагло без тиммейта. А у него действительно на Б никого не было. Но ЕГЭ тоже как-то и не рассчитывали на такое, поэтому не сорвались сразу же на Б, и Люкин успел прийти занять эту точку. Стоят у нас теры в начале дуги, проверяют лево-право. На бойлере при этом Бриз, который вот-вот будет действовать в направлении ребер. А при этом ЕГЭ, которые вроде как планировали снова идти на точку Б, то ли бомбу забыли, то ли решили все-таки вернуться и выйти на плента. Но там их ждут 3 человека. Вот вообще удивительно, один, да, поджим в первом байраунде, вообще хорошая работа на банане. А как же много, собственно, провела работы конкретно в этой игре. В итоге атака идет снова на засаду, и буквально один Люкен с авиком на гробах. В итоге выход через ковры, полный провал, Рокс 2 минуса, остается последний ТР, это ультиматик, ну и 20 секунд красный с Галилом. Можно с одной стороны сейвить, с другой стороны идти и погибать. Ну вот делать минус и погибать, это хороший вариант. Слушай, ну нет такого оправдания, конечно, тут для ЕГЭ, то что нас там запушили. Нельзя, мне кажется, так оставлять свободно банан. Не пытаться там как-то принимать своих соперников, не пытаться его ретейтить. Вот на минуте 30 они сделали кил по Максу, кажется, на банане. И после этого вообще решили, что там ничего не надо делать. И заходили сейчас на стак из 3 игроков через ковры. Да, получилось, откровенно говоря, не лучшее решение. Теперь немножко боязно за ЕГЭ, конечно. Видим мы, что Нанзи выбирает такие агрессивные стили игры в дефенсе. И проблемы у ЕГЭ таки возникают. Еще ни одного байраунда они не взяли. Теперь уже будут играть первое такое полноценное эко в атаке. И Нанзи могут выйти вперед. Стоит Люкен. Чекает мидл. Именно сюда сейчас будут выходить 3 игрока атаки плюс бойлер. Люкен видит первого, Церк падает, далее коктейль Молотова, теперь должен отыгрывать игрок из-под козырька. Макс при этом удалось забрать одного из соперников на банане, и в итоге очень важный раунд, в том смысле, что без размена, без потерь заканчивает его 9Z. Во-первых, выходит вперед, во-вторых, обратите внимание на деньги. Им хватает на несколько раундов подряд. И это, да, это очень тяжело. Учитывая специфику Инферно, то, что здесь в дефенсе часто можно сейвить, то вполне может быть, что уже и до конца половины мы увидим все байраунды в исполнении 9Z. Случается такое на этой карте, если дефенс грамотно играет и не лезет на ретейки, в которые не нужно лезть. Но мы видим продолжение агрессии на банане. Макс занимает вновь упорную позицию, правда, теперь таки отходит, но в любом случае можем констатировать, банан за 9Z, по крайней мере, на старте раунда. Макс у нас вместе с тиммейтом сейчас чекает дугу. На банане никого нет. Далеко сидит один из игроков только в яме и банально ждет возможный пуш. Ну и, кстати, со временем Рокс, например, может пушить. Он играет на плюсе. Ну а тут на ребрах, кстати, выход. И, по-моему, Digital может догадаться, что... Оппоненты его вышли, как же четко он подлез под уголок. В итоге смог развеялся еще прямо вот в этот момент. И ему
как на ладони стало видно своих соперников. Церк забирает Дэвида на мидле. При этом думает все-таки на Б перетянуться. Ну а тут Рокс, у него смог. 40 секунд до конца. Только он кого-то увидит, сразу же смог в лицо. И на Б они не попадут. А он даже никого не видит. Он смог видит. Все. Смог в лицо. И на 20-й секунде, там, в лучшем случае, или там даже в 17-й где-то, ребята смогут выйти на точку Б. А Рокс еще и не перед смоком их принимает. Он уходит вглубь. Ну, то есть в этом смысле очень грамотно, опять же, отыгрывает игрок. То есть заставляет атаку заходить и, соответственно, проверять позиции. Но вот умирать быстро все-таки не стоило. Раш минус Рокс. Бомба устанавливается на гробах. И 3-3 у ЕГЭ. Нет, она не устанавливается. Ее подбирает по итогу Раш, но он не успевает, друзья. Макс. Как? Успевал. 3,5, так лол. Не, в 4. Сейчас смотрим повтор, увидим, нам это покажет. Последний момент. И теперь ретейк будет у дефенса, но ретейк может получиться. Нет, Брит, правда, делает 2 килла, и Люкин справляется. Как Раш так открылся? Что он делает? А что Раш сделал при этом? Я не знаю. Так, ждем повтор в бомбу, потому что очень редкое событие, когда, ну, мне показалось, уже там 3 было на таймере. А там и на 3 можно успеть, если прям только троечка появляется. Ну, вот интересно, как тут было. Тут еще момент такой, что вот этот таймер, который нам показывают, это не таймер из игры. Это как бы... Ну, связь с худом определенная, там, этим новым. И там вот есть, всегда, я знаю, задержка небольшая. То есть, по сути, в игре может быть 4-я секунда. Четко. Серьезно? Да, тут может быть 3,5. Ну, сейчас посмотрим. Жесть. Вот это откровение, конечно, у нас тут в эфире от Арсения. Так, что вы нам показываете? Ну, ладно, тупазные атаки были. Так. А, не показали. Почему ж не показали? Но он на 6-й там убивает чувака, тут в панике берет эту бомбу. И тоже как-то не сразу ее ставит, пытается. Ну. Я вот обращал внимание, вроде там было на 4-й. Вот прям сразу увидел и подумал, что вот успевает. А он таки успел. Но вопрос в другом. Вопрос, как они клатч залили Люкину. 2-3 все-таки были. Бриз сделал 2 четких фрага, открылся в КТ. И потом, ну, Раш решил пикнуть снайпера. Что ж, и поэтому берут 5 раунд на Z, 5 подряд. Видим, теперь у них горит логотип. А ЕГЭ заливают, конечно. Заливают раунд, который и так сложно было взять, да? Они заходили в последний момент на Б. Потом убили бомбу у них, ставящуюся на 6 секунде. Они все равно успели подставить. Но потом-то хорошая для них ситуация была, и они проиграли. Так что продолжается шествие на Z на карте Inferno. А причем, кстати, вот по прошлым раундам еще хочу сказать. ЕГЭ отдали банан. Мы помним, да, сразу же заняли его на НЗ. Они заняли ребра и без отбитого банана пытались проходить на лонг. И когда похоронил там DGT, но он там был не сам. Был у него еще и тиммейт в арке. 4А принимали на НЗ. Они готовы были принимать лонг. И это большущий косяк, мне кажется, в атаке. То, что без отбитого банана, когда вы знаете, что там дефенс играл агрессивно и собрал всю инфу, вы просто идете спустя время на лонг, встречаете там двух игроков. То есть решение... Причем идете просто под одну флешку, не то, что там под какой-то четкий раскид. Ну, в общем, поплатились ЕГЭ за это и за отданный клатч. Теперь постараются по счете 5-3 уже зайти на Б-плент на двоих игроков. Раш. А тут смог на 30-й секунде. И еще один смог. Тут, правда, Макс стоит как раз в этом смоке. И его могут сейчас попытаться нашить. В итоге пропускает его. Макс видит первого, видит второго, видит третьего. Рокс ему помогает. Минус аутиматик. В большинстве все равно ребята из 9Z. Бомба устанавливается на гробах. Все четенько. Но удержать план будет не так уж и легко. Церк на гробах. Стюи за первым ящиком. По стюи инфы нет. Защита аккуратно заходит в церковь. Все ходят на степе. Никто никого не слышит. Люкен им проверяет арку. Полетела флешка. Стюи не слепой. В итоге вместе играет как Церк, так и стюи. И теперь стюи зажат. Но игроку защиты надо действовать. У него при этом Desert Eagle подбирает калаш. Дефузы есть. Стюи пытается... Жить, какой же важный клатч от Стюи, счет 5-4, ЕГЭ наконец-таки берут свой первый бай-раунд на Инферно за атаку.
Хотя продолжают они на Б заходить в смоки в очень неудобной для себя ситуации. И немного, может быть, не доиграл там игрок Пульте на Б. Все-таки 2 в 3, когда остаются. А, это момент с Рашем. Очень показали нам такие этот повтор, ну что-то там пошло не так у Раша. Так вот, ЕГЭ не выманивает гранаты на Б, заходит в смог, но даже в ситуации 2 в 3, когда они остаются, это хорошо все для удержания Б-фунта. Здесь мы видим, DGT активно играет в медле, лишь один килл сделал, его разменять. 4-4 для атаки, в целом неплохо, могут быть довольны ЕГЭ, кстати. Смотри, как действует там автоматик, он откидывает смог на шорт и контролит лот, пытается быстро отжимать сам территории и напрягать дефенс, в то время как тиммейты идут под Б, судя по всему, с бомбой. Защита у нас стоит при этом на зеленке. Ребра, я так понимаю, на тайминг попробуют чекать. Соответственно, может быть, еще Бриза под шумок заберут, но Бриз может и не высовываться. Будет стоять там люрковать, хотя атака к нему перетягивается. Оставили на дуге Раша, который будет, судя по всему, фейковать. А оставшиеся 3 игрока пойдут в направлении базы А. Ну и там их, блин, смотрит снайпер. С авиком должен, мне кажется, отстреливать одного, жить. И потом в дело включится Дэвид. А, снайпер промахнулся, Церк сделал килл. И вот теперь не все так легко и просто для Дэвида. Откидывает хаешку, хаешка мимо, играет больших. Его 4 человека чекает. Пытается спасти, конечно же, его Рокс, который важнейший делает килл. Убивает игрока в пленте, живет до конца, попадает в голову. Дэвид включился, минус Бриз. Есть понимание, что второй из оппонентов на тюрьме. Макс его щелкает, бомба установлена сейчас Церком. Он играет с авиком. И в итоге падает, друзья. И это 6-4. На NZ берут раунд. Здорово сыграл Дэвид в больших. После того, как умер его тиммейт. Все-таки откинул смог, очень долго жил. У ЕГЭ не было каких-то хаешек. И решили они не пушить его, заходить в плент. И за счет того, что Макс много времени выиграл, дождался тиммейтов, которые пришли, хелпанули и взяли раунд в дефенсе на NZ. Вот как раз Макс, который пришел с банана, забрал тюрьму и сделал килл потом в пленте, уже 2 в 1 доиграли они. Неплохо, и на А также вот видим, могут отыгрывать ребята, а ЕГЭ все еще продолжает очень медленно играть, и таким темпом могут и очень серьезным счетом проиграть первую половину на своем пике. Летит флеша у нас на банане. Занимает минус. В этот момент Макс под флешку пытался выбить дугу и допустил опрометчивое решение. Соответственно, его отстреливают. Но моментальный ответ. Тут уже на ошибках ловят двух игроков атаки. Одного под Б, другого на коврах. И, в общем, еще один минус может сделать Люкен. Но все-таки понял, надо отойти. И вот как раз-таки в тайминг, когда игрок отходил, ему там решил помочь КТшник из-под библиотеки, и Дэвид бросил позицию. Но он дал инфу, как бы, что через арку могут пройти на КТ спаун, и два игрока защиты, которые там находятся, должны, в принципе, все это чекать. Ну а Дэвид как раз-таки под библиотеку сейчас смотрит, но позиция у него была явно не самая крутая. По итогу ЕГЭ сейчас могут зайти на аплэнд, но как же здорово отыгрывает Люкен, который ловит Раша. По итогу ситуация 2 в 2. Успевают игроки защиты, в частности Digital, который подходит под библиотеку. И в смоке тут просвет, но хорошо, что флешка была. Собственно, он не увидел, как игрок атаки скрылся в больших. Слушай, ну а можно сейвить? Можно, да, вот теперь уж точно. Нет, идет таки Рокс, но у него есть смог молик, хоть хочет вот таким способом взять раунд. Но его забирают, и не оправдываются мои ожидания, что NZ, может быть, до конца половины будет играть с баями. Все-таки дальше будет у них хэк, скорее всего. ЕГЭ берут сложный очень раунд, и ключевой момент, мне кажется, игрок в пленте, который отдал лонг. Все нормально, но вот здесь позиция, ну камон. Очень удобно для атаки выходить там крепко, начекивать. Они тебя даже, по идее, раньше видят. Ну, в любом случае, им удобнее. То есть где-то чуть получше явно мог бы стать КТшник. Ну и в итоге ЕГЭ берут раунд, пятый для себя. А Эко у нас пока что не будет, вот на NZ. Пытаются они играть форс, есть две эмки.
фармилка и пару диглов. Ну вот если этот раунд проиграют, то могут быть большие проблемы у дефенса, потому что это будет 6-й для ЕГЭ, потом будет эко 7-й, и вероятно даже дальше не самый лучший бай. Супер важный раунд у нас сейчас. Стюи. Появляется сейчас. Гробы. Там у нас отыгрывал Макс. Он играет теперь с НБХ на хелпе. А Тайры все-таки решили... Да, или бомбу снова забыли возле метро. Минута времени до конца. Времени хватает, естественно, для того, чтобы еще несколько раз принять решение. Будь то А, будь то Б. Но вот бомба шла в метро и пошли на дугу все-таки. Ну а там ситуация не из простых. Рокс пистолет со смоком и Макс, собственно, коктейль Молотова смок. Но смок один они уже потратили. Но до 20 секунды будет лежать. Атака уходит назад на ребра. И, видимо, парни пойдут в направлении база. Начинается раскидка. Будет играть через лонг. Есть смок Библу, смок Варку. Здесь три игрока их встречает. Дэвид с больших есть килл дигла. Забирает сразу же аутиматика. Пытается еще там находить кого-то на малых. Падает бриз. Ну, емко без шансов. Не получилось зайти. Важнейший фраг был от игрока в больших с диглом. Первый килл. И дальше уже хорошие кроссфайр позиции были у троих игроков. Большие план тюрьма. Зайти против такого сложно, если ты не перестреливаешь большие. Можно пытаться какие-то флешки накидывать. Игрок с ковров может кидать флешку, чтобы большие плент не могли нормально принимать. Можно с медла накидывать флешку. Ну или можно выходить перестреливать. Ни то, ни другое. Они сделали ЕГЭ, и теперь важнейший раунд все-таки взяли на НЗ. Как я уже говорил, могло бы быть все очень плохо для них в случае поражения. Но теперь 7 есть. Будет 8 вероятно, потому что эко от ЕГЭ и хорошая экономика у НЗ. Digital наносит по нему довольно много дэмэджа, но в итоге уходит назад, выживает. Атака стоит на ребрах. Два человека кроют лево-право, но один на коврах. Пистолеты в руках. Ой-ой-ой, какая хаеша. Просто минус 50, что по одному, что по второму. Четенько. Отыгрывает Рокс, забирает Стюи. Дальше периодически проверяет библиотеку. Ну, точнее, зелень из-под этой позиции. Там ему Дэвид еще флешку может накидывать из больших песков. И под нее Рокс, конечно, может отыгрывать. Ну, на вычисления при этом играют Теры. Пробуют как-то эти реализовать свои пистолеты. Но в любом случае это очень-очень тяжело. Аутиматик умер. Бриз делает все-таки килл. Там вот важно было не подставляться еще одному игроку на пленте. Ну и, в общем, заканчивается все здорово. 8-5, еще один раунд для 9Z. Слушай, ну, ЗКТ очень хорошо играют. Если вот проводить аналогии с Пати Астроном, с неба и земля. Да. То есть, если бы Пати Астроном сыграли вчера вот так, то у них все бы шансы были и на Инферно выиграть. Да, полностью согласен. Это, конечно, по построению игры, по задумкам, по всему 9Z смотрится... Да не то, что лучше, чем Пати Астронавт вчера, они значительно приятнее, чем ЕГЭ смотрятся лично для меня. Все-таки куда более разнообразно, живо, современно играет команда. И учитывая то, что у нее есть отдельные хорошие исполнители, которые там временами дают крутые фраги, абсолютно неудивительно, что они сейчас выигрывают команду ЕГЭ. Выиграли первую карту, свой пик, и сейчас на пике соперника все хорошо у них складывается. Дальше, правда, будет атака, но учитывая то, что на NZ пикали сами Инферно на этом турнире, можно предположить, что все у них там тоже должно быть в порядке. Я могу еще от себя добавить, что постоянно, вот мы рассуждали вчера про Пати Астронавтс, видели от них только какие-то закидки за ТРФ и более ничего. А тут постоянно ведется работа игроками защиты. Вылазки под флешки на банане, укрепление банана, выбивание точки Б, потом на А то же самое. Видишь, сейчас, например, от ребер играют близко, там сделают киллы, отойдут. То есть вот такие вещи, и этого всего, ну, банально вчера не было. То есть, вообще 9Z в этом смысле показывает, ну, такой инферно высокого класса. Понятное дело, там, играли бы с Гамбит или Нави, но все равно наверняка проиграли бы там. В индивидуальном, наверное, уровне в основном. Но так, как команда, как коллектив, действительно, у ребят все более-менее. Бриз падает, точнее, делает килл
умирает Дэвид. Тем временем отстрелили Раша. Бомба на дуге. И все-таки в направлении Рокса пойдут ЕГЭ. У Рокса есть смачок. К нему приходит еще и тиммейт на хелпу. Макс, у которого тоже есть смок флешка. И сложности будут у ЕГЭ, вероятно, с этим заходом. 35 секунд. Подкинул тиммейт Роксу смачок. Так, ну теперь хорошо, есть смок. ЕГЭ, если будут заходить, надо Роксу уходить в плент и играть под флешку Макса. Мне кажется, это лучшая возможность здесь. Нет, сейчас флешка Макса, 20 секунд. Рокс, ну да, вот он переходит просто от флешки соперников. Макс просто ворвался, сделал 2 фрага. Есть теперь шансы на ретейк. Но, откровенно говоря, я знаю. Вот такая ситуация, когда если бы игрок ушел в плент, ну, кто это, Макс был, точнее, Макс врывался с хелпы. Если бы Рокс ушел в плент, а Макс ему накидывал флешку, мне кажется, ЕГЭ очень сложно было бы. 15 секунд до конца раунда еще и в такой ситуации. Но в любом случае, теперь у нас ретейк. Ретейк Б, 2 в 2. Люкин будет под флешку запускать DGT на кафель. Есть врыв. Фриз замечает соперника, делает килл. Ну что, Люкин. Деньги есть, но у одного тиммейта нет денег. Можно и засейвить в теории. Есть в этом смысл. Люкина пытаются загонять или нет? Нет, уходит все-таки на банан. Ну он тут засейвит, по идее, есть армор же. Да. Минус 50, поэтому хп было. Не засейвил. Ну еще один байраунд, да, то есть, ну, пистолеты плюс 2 байраунда. Вот, собственно, результат команды ЕГЭ. И еще один раунд остается, да, я так понимаю, последний, в первой половине. То есть, если бы... Вот опять получается, знаешь, вот ты сказал верную мысль, то, что тактически команда на НД смотрится хорошо, показывают крутое инферно. И вот проблемы пока что только вот в таких индивидуальных решениях. Мы видели, как игрок на коврах слишком такую позицию занял, ну, в которой его легко забрали, да. Игрок иногда в плинте там на А, помнишь, занимал тоже позицию такую не лучшую. Сейчас на Б ситуация, где топовая команда наверняка выжила бы максимум от того, что им дают возможность сейвить смоки до последнего момента. Ну вот здесь на Инди немного не доигрывают. Все-таки есть такие моменты, но это скорее индивидуальные особенности, которые, может быть, смогут прорабатываться, когда ребята будут играть больше против топовых каких-то европейских коллективов. Да, и как раз-таки участие на мажоре — это хорошая школа. И команда на Инди имеет все шансы туда прорваться. Напомню, мы смотрим матч на NZ против ЕГЭ. И далее команда Pain ждет как раз-таки победителя этой пары. И вот именно в матче против Pain и решится судьба слота. Ну а на NZ вновь играют ну, умеренно агрессивно на банане. Они встречают там сопротивление, прилетает им второй молик. Есть там смок от атаки. ЕГЭ пытаются не дать КТшникам контролить банан. У них получается это сделать. Сами они занимают эту часть карты. На NZ решили сыграть попассивнее. Ой, горит. Чуть-чуть потерял очень много хп. Но у него тиммейты есть на ребрах. Слушай, серьезное тут укрепление. И может быть пойдут прочекивать мидл чуть попозже. Соберут инфу. Но пока просто сидят. Сидят на ребрах и готовы здесь принимать ЕГЭ. А так, стоит на банане. Хорошая хаешка на стеночку. Раш просел, 7 хп осталось. Ну и подходит... Надо выкидывать смок на Б. Надо выкидывать смок на Б сейчас. У вас ребра собирается, вся инфа, там никого нет. Нет смысла больше ждать уже времени. Ну, не успевает Макс выкидывать. Выходит перед смоком ЕГЭ. Есть радокил от Макса. Макс живет за первым. Ждет своего тиммейта, видимо. Все-таки делает фраг. 3-3 ситуация. Не живет Люкен при этом. Очень важно сейчас Бриза отстреливать на арке. При этом Люкен для себя находит возможность забирать ультиматика. Врыв от Рокса. И тут уже не важно, как сыграет Бриз. Он слишком далеко. 18 секунд до конца. Он единственное, что успеет, так это добежать до кафеля. И там погибнуть от игроков защиты. 8 секунд. Рокс. 7. 6. Бомбу подбирает Бриз. И, конечно, у нас тут бомба выходит. Снайпер. Люкен. Герой этого раунда. 9. Или даже 10. Нет, 9. Или 10. 9 раундов в итоге у нас в копилке команды на NZ.
круто отыгрывают ребята за дефенс и могут выиграть в этой серии с счетом 2-0, если хорошо себя покажут за атаку. Вот в понимании, как играть за дефенс у них было, посмотрим, насколько хороши за Т-сайт. Ну, ЕГЭ продолжили здесь заходить очень поздно на Б, и получилось у них в целом как-то выходить из не лучшего сетапа на Б-плинте, как мне кажется, изначально. Но по итогу Люкен — герой раунда, полностью с тобой согласен. Здорово он отыграл. Фраг-лидер снова он на второй карте. 17-6 идет. Шикарную игру демонстрирует в этом матче. Но теперь надо все довести лишь до логического конца. Команде 9Z. Они в атаке. Бегут на Б. Здесь их будет встречать лишь один Стюви. Кстати, такая же пистолетка в дефенсе, как и вчера мы видели от ЕГЭ. Стюви один на Б. 4 его тиммейта на А. Теперь Стюви дает фраг. Рок. И одного лишь забирает. Ну что ж, 3 в 4. Удержание от Нанди. Есть молик Макса. Тут его откидывает и выигрывает время для своих тиммейтов. Да, и дополнительные 7 секунд выиграл, но с другой стороны, что это даст? Потому что флешка полетела, ребята по итогу заходят далее и пробуют выбить. Макс, вот здесь важно забирать Стюи все-таки, но тот отлично отыгрывает с Юспиком. Все плохо было для Макса. Digital минус Бриз. Защита входит на ступеньки. Как же не летит, что у одних, что у вторых. По итогу Дэвид последний против двоих. Церка не добивает. И успевает, по идее, игрок защиты или нет. Посмотрим. Тютелька. Тютельку, да. Буквально одна секунда осталась. И игрок успел. Но Стюит окей. Хорошо сработал. Он был главным игроком на точке Б. И в итоге сделал первый килл дым. Потом выжил. Если бы его, конечно, продавили туда, в дерево, то уже не так уверенно заходила бы атака на эти ступеньки непосредственно на точку Б. Ну вот Стюви там, если не убил бы Макса, который пушил его в КТ, это все, это конечно было бы. Дальше уже не ретейкнули бы. Так что можно... Могут похвалить тиммейты, поблагодарить тиммейты Стюви за этот раунд. Сохраняются шансы для ЕГЭ, все-таки выиграна пистолетка, теперь надо справиться с не лучшим баем у атаки. Так, калашек там есть. И вообще все арморы есть. Неплохо смотрится этот бай. Но надо реализовывать калаш, делать несколько киллов с него. И тогда Нанзи продолжит лидировать на карте Инферно. Если же проиграют раунд, то, вероятно, сравняется счет у нас. Ну так, стоит у нас Ями. Будут заходить сейчас, судя по всему, на банан. Стюи их не заметил или заметил все-таки. Подошли поближе. Проверяет правый уголок. В итоге падает у нас все-таки аутиматика. Стюи как-то его даже не стал спасать. Хотя, наверное, ну, расчет был на его фамас, на его какую-то гранату. Да, там хаешка в частности. Очень странно, если честно, сыграл Стюи. Мог бы просто с хаешкой банально на размен. А у него была-то хаешка? Потому что ему сейчас, по-моему, принес караж. А, ну, может быть, тогда, да, если не было, согласен. Мог не заметить этот момент. А, полетели смоки. Ну, по-моему, хотят зайти, да. Дэвид начинает действовать. Раша на клумбе не проверяют, но у него не сразу летит. Стюи ворвался, смог, сделал килл. Раш по итогу упал. Очень мало хп у Рокса, но бомбу можно поставить. Стейль Молотова, правда, на гробы мешает, но отброшен он довольно поздно. Соответственно, все-таки игрок успевает установить плент. Друзья, Церковь и Бриз. Ситуации 2 в 3. И, собственно, один из важнейших раундов на этом этапе игры для команды. Ну, как для одной, так и для второй, на самом-то деле. Ну, для ЕГЭ, мне кажется, это важнее. На НЗ, если проиграют раунд, еще не так страшно. Смогут они брать следующее. Вот у ЕГЭ сложности будут. Все, Церк делает первый килл, но не ожидал Люки на второго в темке. Работает сетап. Два темка, но GGT решает не давать шансов сопернику подойти к бомбе, сразу же сыграть нагло. И берут раунд в атаке после проигранной пистолетки на НЗ. И вот теперь у дефенса, конечно, ситуация сложная. Надо им, вероятно, форсить. Но счет-то 10-7. Бай будет не лучше, если они его проиграют. 11-7, 12-7. Тащить будет сложно. Но что поделать? Надо было выигрывать антифорс.
Да, если они этот форс не выигрывают, 11-12 раунд автоматически себе положат на НЗ. И как бы шансы ИГ останутся, но будет значительно сложнее. Тем более непонятно, что там по авику. Ну, Церк, например, себе специально оставляет 1250. Опять же, не для следующего раунда, а вот через один. Резкий заход будет сейчас на Б. Да, резкий заход, хороший смог, сразу выход, Рокс врывается на капель. В ответ ему там положили смог, при этом ультиматик промахнулся, докидывают баночки и все. Выбить Б будет просто реально. Ну вот мы близко ничего подобного не видели в первой половине. Правда, здесь ультиматик врывает. Ой, слушай, они плохо смотрят, за киллы, раш, скилли. Люкин пытается выровнять ситуацию, но Флаком прыгает красный, с DGT они остаются. И вроде все идеально было для атаки, но ЕГЭ переворачивает уже этот раунд, 3 в 2 остаются. Еще и кривой смог только что атака откинула, непонятно зачем. Очень важная граната из этой кривизны, соответственно, Церк сейчас может реализовать ТЗ-шку. Вместе с Рашем, Digital минус Бриз, откидывает еще один смог. Надо аккуратно попытаться взять бомбу и вообще, может быть, на А даже отойти. Он знает, что один на пленте, второй на гробах. Ну, возьми что на шифте бомбу. Попробуй. А уже не успеет. Да, уже даже об этом не подумал. Ну, надо забирать, получается, сразу же Церка и сразу же... О, Раш просто выходит. Ха, на. Ну, был смог у Digity, мог как-то разыгрывать этот раунд за счет этого смока, но не получилось. Но они плант не заняли просто, они на кафеле втроем были, когда врыв пошел под флешки. Ой, ну это фейл-то, да, действительно. Спешили, наверное, ставить бомбу? Ну, один ставил, да, один там где-то тоже был на первом ящике, а три игрока при этом на кафеле. Так вот ЕГЭ наказали в такой ситуации. Ну, браво, отличный врыв. Подловили соперника на такой оплошности. А на НЗ показали хороший раунд, но немного не довели его до логического конца. И будут знать на будущее, что надо, если разберу демку и делаю какие-то выводы, верные, что надо там все-таки занять хорошие позиции, тогда уже ставить бомбу. Судя по всему, такой вывод можно сделать. Ну, а мы, дорогие зрители, напоминаем вас про биржу CoinEx и постоянные розыгрыши, в которых вы можете участвовать. Получите до $10 на свою первую торговлю с CoinEx и плюс $300 в криптовалюте. Ссылочка периодически в чате, также есть баннер в описании. Пользуйтесь своей возможностью. Минута времени до конца пошла. Небольшая раскидка базы А. Ребята действуют через зелень. Тут поднимает Церк под смачок. Минус Дэвид. Уходит назад в плент. Теры заходят в арку. И будут играть против Аутиматика. Если удачно получится против него сработать. А его ждут сейчас, кстати. Но не до конца. В итоге буквально еще бы секунд 5. Сам бы на полный прицел дигла. Но нет. Раунд уходит ребятам из ЕГЭ. Это два подряд. И нет денег у команды 9Z. И, соответственно, ЕГЭ теперь могут сравняться по счету. Да, внезапно у нас становится все очень интересно на второй карте. До этого момента. Ну вот, был раунд важнее в первой половине, когда ЕГЭ его взяли, могли выходить вперед. Но тогда выиграли на НЗ, и все время было ощущение, что они все время где-то впереди немного отыгрывающие соперники, берут важные раунды. Но вот этот ретейк на Б-пленте, ретейк еще до установки бомбы, конечно, перевернул всю ситуацию. И у нас выравнивается счет, скорее всего. У нас экономику набирают ЕГЭ. И все очень неоднозначно. Злокаменько пытаются просто что-то побегать по карте, Нэнзи, подстреливать кого-то, может быть, обсудить, что делать в следующем раунде. И собираются по да. Нет у них никаких флешек. Будут играть просто вместе, толпой. Врывается на лонг. Церк с Рашем и Бритом справляются, никого не теряют. И что ж, 10-10. И все начинается только сейчас. 10-10, полноценный бай от двух команд. Два подряд нужно брать ребятам из 9Z. И опять же, два подряд не факт, что гарантирует им отсутствие экономики у ЕГЭ, потому что у тех денег много, по 5000 сверху, плюс бай.
А понимаем, что защита еще и сейвить может в случае чего. Поэтому, ну, даже три раунда желательно брать на НЗ. А это, сами понимаете, не очень легко против команды, которая выбирала карту Инферно как свою. И, естественно, наверняка любит играть за дефенс. Три человека на точке А. Один библиотека, один ребра, один под коврами. И два в районе базы Б. У меня, кстати, подлагало минут 35, да. У тебя 4, 3, да? Да, одинаково. Да, да. Все четко. Максимальный синхрон, как и... Ну, непонятно пока, будет ли такой синхрон здесь у атаки в своем заходе. Посмотрим. Пока что они в целом отбивают разные территории. Есть занятый банан, который ретейкет, кстати, ЕГЭ. Вот интересно, как играет в дифусе. Но может сейчас подставиться с Кьюви. Пикает он банан под флешку на НД. Война у нас на времени, Ultimatic со Стюви отлично справляются. Ну, это было неплохо. Юкин пытается выровнять ситуацию, ну и Ultimatic разменивает Стюви. И ЕГЭ в дефенсе тоже радует. Интересный выпад, который у них хорошо сработал. На НЗ не смогли с этим справиться. Digital и Дэвид 2 в 4. Чекают минус. Заходит у нас Дэвид поближе под Пепленд. Но ему тут надо делать минус, потому что игрок, если он сделает килл, тогда принесет ему бомбу. А так, судя по всему, нет. Ну, в общем, ждет он, видимо, своего тиммейта, или 20 секунд будет сейвить даже, как один из вариантов. В общем, бежит у нас Digital к тиммейту. Дэвид заметил хелпу, ну и Digital все понял, что и не успевает, и как бы два игрока под Б, шансов нет. Это сейв. Выходит вперед все-таки ребята из ЕГЭ. Да, не лучший момент для Нанзи. С бомбой завтык немного, слишком долго за ней приходилось бежать. И в итоге концовка раунда смотрелась абсолютно бесперспективно. Молодцы, ЕГЭ цепляются. Начинают чувствовать, вероятно, какую-то уверенность. И, может быть, все доведут таки. Все еще жива эта надежда на то, что ЕГЭ смогут выиграть матч, следующий пройти на мажоры и как-то показать что-то этим составом весной 22 года. Атака бежит в направлении дуги. Откидывается хаешка игроками дефенса. Много дэмэджа в итоге внесли по Рокс. Он никого так и не увидел. Подходит к тиммейтам и вроде как на ребра. Сейчас быстро попробует зайти на НЗ. Ну, для них ситуация повторяется, опять же, в плане взятия кучи раундов подряд, поэтому тут все-таки ЕГЭ могут и дожать команду на НЗ. Напомню, что третий решающий, чувак, оверпас, выход через короткий, раш раскручивает калаш, не самый плохой размен, Стюи минус Люкен, при этом Рокс обошел в спину, Ultimatic пришел под библиотеку, уже, кстати, игрок на ребрах тоже играет дефенса, ну, все, наверное, в руках Дэвида, у него 65 и АК-47. Есть одна флешка, Ultimatic'а, может быть, под нее как раз и сыграют ЕГЭ. Так, Дэвид. Меняются позициями с DGT. Интересно, это как раз, чтобы DGT играл на хэдшот энгл, но, блин, снова не работает эта позиция. Стюви замечает Дэвида до того, как тиммейт его прикроет. И работает этот ретейк для ЕГЭ. Вот такие микро-нюансы снова немного не доигрывают игроки в мелочах. В микромоментах, как занять позицию. Хотя это мелочью не назовешь, но важно четко делать. Потому что заготовка хорошая. Даже без флешек они напросто зашли, переиграли здесь дефенс. И снова, как в ситуации на Б-пленте. Смогли зайти на плент, а потом нужно четко доиграть. Это не получается, а ЕГЭ берут сложнейший раунд. Да, и этот раунд, собственно, мог быть хорошим началом для камбэка уже со стороны команды 9Z, но по итогу не получилось. Тайм-аут они только что ставили, пытался тренер с капитаном сейчас найти какое-то решение, что же делать, но посмотрим. Пока они уже... хорошо все делают, им просто как-то надо собраться и доводить все до конца. Потому что на раунды реально же они там и на Б зашли, на А зашли. Пока что единственный момент, когда у них именно прям плохо получилось что-то, это на банане, когда ЕГЭ их ретейкнули. А так на НД в целом все четко делают. Раунд надо выигрывать. Не знаю, вот что в таких ситуациях ты говорил бы, Сень?
Да я бы в таких ситуациях без банана бы все равно не быстро. Ну или быстро попробовал бы, прям быстро-быстро на пойти под флеш, неожиданно сыграть. Ну или вот, ну вот, не, на самом деле, вот ты говоришь все правильно, да, я согласен. То есть постояли под бананом, дэмэдж не впитали, смог развеялся, заняли банан. Контроля карта. Ну а потом бить. Снова ретейк. ЕГЭ показывают. В этот раз немножко под другие гранаты. Но банан сохраняется своим контролем, а на НЗ под это реагируют, видимо, так, что хотят, что на Б идти. Или нет, просто игрок за бомбой сбегал в яму и идет к тиммейтам под ребра. А что ж, 50 секунд есть. Смотрим, что придумают. На НЗ. Судя по всему, будет у нас раскидочка аппента. А тут 4 игрока, кстати. Полетели смоки. Церк ловит Макса. Отходит в арку. Атака действует. Один в тюрьме, другой на бортике. Раш при этом не палится, хотя знает о нем, да. Раш в итоге выходит из-под коктейля. Люкен его дождался. Аутиматик, правда, занял очень хорошую позицию. Внутри планта на первом ящике. И тут перекрестный огонь, конечно же, с Бризом. Бриз в итоге с бортика сделал минусы. И опять же, у ребят из Ясь не идет пока что атака от слова совсем. Ну, точнее, не идет именно взятие раундов. Ну, вот сейчас и заход не особо получился. Все-таки на четверых они заходили, не особо отрезали церка. Где-то, может, попадает комплешек. Видно, что это заготовленный раунд, но не самым лучшим образом исполненный. Желательно еще здесь и банан перед этим напрячь, чтобы вы не на четверых заходили. Ну что ж, атака чуть-чуть похуже выглядит, чем дефенс. Есть идеи, но это такие, видимо, те ключевые раунды, которые проиграли на NZ. Именно их и не хватит команде. Но все еще есть неплохие шансы. Есть сейчас такой полубай с достаточным количеством гранат. Можно подойти под Б и в целом зайти вполне неплохо с таким баем. Хаешки, кстати, на... Ой, она не взорвалась первая. Обидно. Что ж, заход на Б. Аутиматик делает скилл. Помогает. А вот и проблемы большие. Рокс просто его перестрелил. Сью вообще ни пули не попал. А теперь смог заканчивается в КТ. Ребятки, что же у нас тут происходит? Но обновляют смок КТ, и теперь один лишь автоматик на Б за смоком в руинах. Рокс его не видит, но сейчас может сделать хил, да? Что же, вот такой вот раунд тоже можно брать теками, фармилками. Да, этот раунд, опять же, может позитивно повлиять на исход, ну, по крайней мере, еще нескольких раундов. Но это в случае, если, несмотря на полноценный бай от команды ЕГЭ, на НЗ будут тащить. Они что-то хотят баня сделать, что они делают? Что они вот сейчас делают? Ну, у них по 10 тысяч просто в запасе, видимо. Поэтому ну, денег много не бывает, еще два подряд от на НЗ, и не будет этих 10 тысяч. Но тут еще нюанс в том, что было немало гранат у дефенса, и в принципе... Если можно отрезать банан, есть пару моликов, плент и флешки, то можно ретейкать даже 3 в 4 против не лучшего бая, если там у соперников немного хп. То есть оно могло сработать. Вот, но не получилось. Может быть, флешки какой-то не хватило. Вот сюда вот на самом деле флешку можно накидывать. И все тогда было бы значительно проще. Но ее не было. И поэтому, конечно, слишком само... Уверенно, они так решили действовать в упорной позиции, не отрезая флешкой игрока, когда знаете, что там форс. Пошел у нас фристайм. Еще один раунд. Ну и все-таки, может быть, кое-какая возможность для команды 9Z вернуться в этом противостоянии. Ребята, как мы уже говорили, играют, в принципе, неплохо, но вот раунды... Почему-то не набирают. Рокс просил от хаешки, играет в начале дуги, кидает коктейль Молотова на плюс. Он, кстати, не точный, соответственно, оттуда игрок еще набрасывает хае, настреливает из эмки. У Рокса хп все меньше и меньше, но, опять же, играет довольно уверенно и активно. Удерживает двоих, подтягивается к тиммейтам. И вот сейчас с таким таймингом было бы неплохо сразу стартануть в направлении плента А. Но они действуют медленно, занимают ребра.
И готовы, наверное, под раскидку заходить на эту базу. А, да, кажется, полетит смог на сплит Б. Насколько я понимаю, будут занимать лонг под эту гранатку. Нет, это смог на малый прилетел. Окей, 4 игрока снова будет на принимать. Но на Z должны это понимать. Они же дали банан, там заняли ЕГЭ его. И что, какое будет решение? Если сейчас зайдут под флешку на ломку, могут подловить раш, но здесь просто напикивает один игрок. Вместе открывается раш, 3 килла делает. Ну, как же это печально смотрится. 2 в 5 надо сейвить. 30 секунд до конца. Денег нет у Digital, а у Дэвида в следующем раунде. А это уже 14-11. Так вот. Ну вот в ситуации сейчас, когда Rush сделал 3 килла, на самом деле пытаются вместе играть на NZ, то есть игрок спалил Rush. И некоторые игроки могли бы просто выйти сейчас широким стрейфом, поставить хедшот и выиграть раунд для своей команды. Но на NZ пытаются играть более надежно, дождаться тиммейтов и вместе открыться, но это позволяет Rush'у занять более такую агрессивную позицию и сделать ну такой трипл, залайнапить своих соперников. Ну, видимо, это может быть такое очень серьезное давление сказывается на команду, что не позволяет такой ситуации случиться. Игроки чувствуют большущую ответственность в конкретном раунде. Вот видишь, они вот выждали этот тайминг и открылись втроем уже, ну и Rush их похоронил. Дефенс занимает втроем сейчас, ребята. Банан Люкен просто проселивал смог в итоге. Терк был прошит хорошим выстрелом в голову. И начало положено ребятами из 9Z. Ну вот каждый раунд так бы начинали. Было бы значительно проще. Но опять же, еще надо уметь в большинстве доводить начатое. Поэтому посмотрим, как сыграет 9Z в этой ситуации. Пока что они пытаются занимать ребра. Ну, есть там хорошие гранатки, смог, молик, флешечки, все дела. Там никто особо не мешает. От ланга играют ЕГЭ. 9Z. Пока непонятно, куда хотят идти. Направляются в сторону шарта. Люкен прикрывает тиммейтов, смотрит кем лонг. Те заходят по шарту, но они проходят вообще без бомбы. А что происходит? Они просто заходят, делают киллы, все нормально. В принципе, так тоже можно играть. Окей, вопросов нет. Просто минус все. И вот те самые деньги, о которых мы говорили. То есть, да, еще хватает на следующий раунд, но вот если следующий не берут, то уже вплотную могут на NZ снова приблизиться к 13-14 раундам, так, возможно, ничья. То есть шансы остаются. Вообще, допы, мне кажется, могут быть на карте Inferno. Что-то я вот как-то, несмотря на то, что счет 14-12, но мне кажется, именно допы мы здесь можем наблюдать. Посмотрим. Весьма вероятно, если NZ подсоберутся немного в атаке. Мы видим от них неплохие разыгровки время от времени. Сейчас, конечно, им очень помог прострел в смог. Но в любом случае. Раунды есть. Все указывает на то, что они могут их брать. А ЕГЭ там, какой-то раундец тоже могут взять. Так что да, вполне реальный вариант с допами. И там же, конечно, будет ответственность вообще максимально чувствоваться. Давление на игроков, когда вот ключевые раунды сейчас. Потому что ЕГЭ реально сейчас в нескольких раундах от вылета квала на мажор американский. Это максимально удручающий результат, конечно, может быть для этого состава. Ну а на Инди это не будет провалом, если они не пройдут на мажор однозначно. Но явно они чувствуют, что это их шанс закрепляться, как-то поиграть на топовом уровне, на таком турнире крупном. Это наверняка очень-очень много значит для игроков. Коктейльчик на кафель. Церк просматривает вдаль. Еще один коктейль на плюс. Вот опять, ну, с коктейлем на плюс какие-то проблемы у них. Не добрасывает Рокс уже не первый раз. Я не знаю, может быть, в этом и идея, не перед плюсом кидать, чтобы не пропушили.
Ну там сложно, может быть, кинуть прям идеальный молик через смог, насколько я понимаю. В целом, чтобы не пропушили, это уже минимальная задача, которая, наверное, окей, я думаю. Если он кидает просто вот как попало, так вот через смог, он должен понимать, что там за моликом этим будет игрок. Ну теперь, правда, ответочка у нас, да, Стюи через смог. Сделал килл, и 4 в 5 уже на НД разыгрывают снова на апленд. Неплохо дамажит, кстати, здесь призу. Коктейль Молотова. Курилку. Аутиматик. Минус диджитал. Падает Дэвид. Макс уехал. И... Все-таки без шансов. Все-таки без шансов. 15-й раунд. Будет третья карта. Видимо. Но не факт, не факт. Слушай, три раунда в атаке вполне, вполне можно брать. Можно предположить, что постарается через банан. Может поиграть сейчас на NZ. У них были неплохие заходы на Б, но надо как-то справиться с этим дефенсом агрессивным на Б, со Стюи, который там постоянно выходит, пытается нагло играть. Может быть, подловить ЕГ на ретейке банана, что-то придумать, взять раунд, и потом еще парочку. Так, 15-12, три подряд. Ну, опять же, как план, два подряд эко у ЕГЭ или плохой бай. Но они как-то вот, не знаю, у них, все-таки атака у них не такая крутая, как был дефенс. Явно, что-то не хватает. Это факт. Но все-таки играет агрессивно на банане, нет флеша, где они церка и Рокс. Не смог пробежаться, сделать килл. Ну, идея была у меня верная, что постарается больше через банан поиграть на NZ, но вот исполнение получилось не лучшим. И теперь 4 в 5 вновь направляются на апленд. Видимо, попытаются... Как бы, какой вывод у них? То, что там авик на Б, постараемся на АПа активнее сейчас сыграть, но слишком долго это происходит, и теперь Церк уже успел вообще на шорт прийти, и могут на НД его здесь не ожидать. Ну, реально, скорее всего, удивятся сейчас, постараются на контакт сыграть. Да, да, была Церка. Нет, ну, так, конечно, не получится у ребят камбэкнуть. А, у Макса 5 хп, Люкен 100, Люкен челкает Бриза, ситуация 2 в 4, атака... Делают подсадочку на коротком. Ну, кстати, тюрьму мог он, наверное, отсюда увидеть. Кидает коктейль, но не точный. А может, коктейль он просто сигарету хотел кинуть. Ну, по итогу сейчас выйдет тюрьма и сделает последний минус. 16-12, поздравляем ЕГЭ, победа на карте Инферно. А это значит, нас ждет третья решающая. Там у нас The Overpass. Ух, а это еще даже не матч за слот. Представьте, что будет в следующем матче. Очень интересно у нас складываются обстоятельства. ЕГЭ не спешат вылетать из турнира, хотят побороться, хотят...